Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Спокойно. Красавец! Ну, хорош, хорош. Ну что, готов к великим свершениям? Всегда. Класс! Круто! Крушите там все, ребят! Ломайте! Ты знаешь, стоицизм – это то качество, которое достается тебе бесплатно, в довесок к детям. Ты сегодня поздно будешь? Ну да, надо как-то с народом посидеть и отметить. Завидую тебе. Давай оторвись там как следует. За нас, за многодетных отцов, за верных мужей. Витька, ты дал Семе ключи? А, да. Отлично. Когда придешь, не шуми. Мама! Так, тихо-тихо. Вот вам еще желтого не хватает для полного светофора. Скажем дяде Семе удачного дня. Пока. Дядя Сема, пока. Пока-пока. Спасибо, друзья, спасибо за встречу, спасибо за память. Сёмка, ты ж наш, мы с тобой в эстафету в мешках играли. Ну как такое забудешь, а? Не забудешь. Я действительно один из вас. Как вы знаете, я начинал с продавцов. Потом я пробился в менеджеры. Ракеты взлетел! Как вам известно, компания отправила меня учиться. И за это я хотел отдельно... От души поблагодарить нашего замечательного руководителя торгового дома «Любимая подушка» Илью Борисовича Городецкого. Но, как говорится, нет ничего лучше, чем родной дом. И поэтому я вернулся. Это точно. Рыбкин, успокойся. Но я вернулся не для того, чтобы руководить, а для того, чтобы идти к цели вместе с вами. Начнем новую жизнь. Начнем работать. Ура! Ура! Замечательно. Прошу. Поздравляю. Пожалуйста, освободим проход новому директору к его кабинету. И кабинета к директору. Ну, Сём, ты за кабинетом смотри, пожалуйста. Хорошо, ладно, а? Рыбкин, очень смешно. Значит, пожалуйста, больше никаких Сём, никакого понебратства. Это Семён Олегович. Ага, ладно. Прошу. Ксюшенька, я сам. Хорошо. Не беспокойте нас. Поняла. Семён Олегович, я бы хотел с вами очень серьезно. Нашему магазину требуется жесткая воля, стальной кулак, дисциплина, порядок во всем. Не то, что было при нашем, простите, бывшем директоре, когда, с позволения сказать, была сплошная вольница. Поэтому я вас очень прошу, никаких больше. Светочек, Галечек, Леночек. И к чему все это приведет? Зауважают. Поосторожнее немножко, да? Ну? Ничего не ёкнуло? Нет. А должно? Ну, не знаю. Вы все-таки с Семеном вместе были? Ну, это в какой-то другой жизни было. Ладно. Ой, девчонки, сейчас что-то будет. Ой, да ничего не будет. Нет, Жан, у них роман все-таки был. Ключевое слово «был». Не, ну как ни крути, она же... Был, кажется, глагол прошедшего времени, да? Ну да. Ну вот, значит, был да сплыл. Сейчас молодой человек открыт ко всему новому, а Ленка наша явно беременна не от него, да? Жанка, ты никак решила Семочку закадрить? Слова-то какие грубые. Закадрить. В конце концов, наш Сёма не курсистка, я не поручик Ржевский. Хотя, надо признать, что Семён мне всегда нравился. Да что ты думаешь, он тебя замуж позовет? Это не самоцель. Хотя... Thank you.
Привет, Сёма. Хотя я бы, конечно, сказала Семён Олегович. Вау! Ладно тебе, Жан, давай без официоза. Мы так по тебе скучали. Всего год прошел. Ну, знаешь ли, для того, кто по-настоящему грустит, и один день долго. Ну, вот я тут. И я очень-очень этому рада. Да, я тоже. Еще увидимся. Да, возможно. Ловлю на слове. Что? Нет, да. О. Класс. Ну что, Петр? А? Наше повышение не за горами. Правда? Конечно, а что, Сёмка у нас директором стал, да, Сём? Знаешь, Антох, ничего не исключено. Жизнь, она все время преподносит сюрпризы. Главное, чтобы сюрпризы были хорошими. Пойду подышу немного. Оп. Туда надо было бить. А он ведь все-таки Ленку ждет. Ой, да перестань. Нет, Жан, он правда какой-то потерянный. Ну, не мудрено. Первый день в новой должности. Стресс. Хотя, подержи, пожалуйста. Жанночка, ты сегодня такая очаровательная. Отвали, а? Ведьма. Чистая ведьма. Да, ведь. Да нормально все прошло. Волновался немного. Все хорошо. Я скоро буду. Давай. Можно? Да, конечно. Что, правда волновался? Немножко. Просто обычно мужчины в этом не признаются. Ну, мальчики не плачут и все такое. Мальчики не плачут, но переживают. Понимаю. А? Хочешь яблочко? А тебе? Тебе нужнее витамины. Да? Лен, пойдем домой. Смотри, как погода испортилась. Мне надо подышать. Пойдем домой, я говорю. Он вернулся. Кто? Сёма. Ну, правда, сейчас он Семён Олегович и поставлен директором нашего магазина, но в целом это он. Вот только его в нашей жизни и не хватало. Тань, успокойся. На твою жизнь он не посягает. Хотя и на мою не покушается. Лен, гони его от себя. Я просто хотела сказать, что мы даже не общаемся, так что ты можешь не волноваться. Да-да-да, знаю я тебя. А что этот снисходительный тон значит? Нет, подожди, я просто хотела бы знать, что это только что было. Знаю я тебя. Я что, по-твоему, дурочка? Или, может, ты лучше меня знаешь, что мне нужно? Я действительно лучше знаю, что тебе нужно. Ясно? На правах старшей сестры... Ненавижу, когда ты так говоришь. Я имею право голоса. Нашу песню не задушишь, не убьешь. Я прекрасно знаю, как ты к нему относишься до сих пор. Я, как Ленка увидел, у меня прям сердце заколотилось. Сам не ожидал. А потом смотрю, она беременная. Вот это номер. Наша Ленка? А какой срок? Да откуда я знаю?
Ну, живот-то какой? Большой, маленький? Ну, вот такой. Ничего себе. А я-то думаю, куда она подевалась? Мы с Машкой ей звоним, приглашаем на дачу, в парк, а она говорит, типа, нет, мол, не могу, работы много. Но ведь все же у нас было, а теперь... А потом тебя позвали на учебу. Карьера. Слушай, это же не может быть мой ребенок. Старик, ты спятил, тебя 12 месяцев не было. Она что там, слона вынашивает? Значит, у нее кто-то есть? Кто? Витя, ты знаешь, кто? Вот ты интересный. Ты сам уехал, бросил ее, а теперь требуешь информации. Я ее не бросал, мы расстались по обоюдному согласию. Ой, по обоюдному согласию. Слова-то какие, как будто протокол заполняешь. Машенька моя пришла. Ты в курсе, Ленка-то беременна? Да, я знаю. От кого? И ты молчала? От кого, не знаю, молчала, потому что обещала. Вот женщина. Вить, пойдем спать. Завтра рано вставать. Сём, у тебя завтра тоже новый трудный день. Ты же теперь директор. Я уже и забыл, какая она красивая. У нее кто-то есть? Ну, а что тебе мешало с ней общаться? Вы же расстались по обоюдному согласию. Ну, расстояние все-таки. А телефон, электронная почта? Мы живем в 21 веке. Я имею в виду, что расстояние что-то меняет между людьми. Я не знаю. Я ни с кем не расставалась. Вить, пойдем? Угу. Пойдем. Она тоже думает, что я ее бросил? Я не знаю. Но, по-моему, Лена к тебе снисходительна. Хочешь знать правду? Поговори с ней сам. Тебе звонили. Спасибо, сейчас посмотрю. Так называемый отец твоего ребенка. Ну, он не так называемый, а вполне конкретный. Он? Он. Алло? Привет. Я... Мне... Так, послушай меня. Внимательно послушай. Я прошу тебя, никогда мне больше не звонить. Оставь меня в покое. Лен, что происходит? Ничего. Не грызи ногти. Прости. Я понимаю, что я тебе надоел со своей опекой. Но ничего не происходит, выглядит иначе. Он предлагает мне деньги на воспитание ребенка. Полное содержание до 18 лет. Ну так это ж хорошо. А взамен он, естественно, ну естественно, требует равноправную опеку над ребенком. А этого не будет, никогда не будет. Это мой ребенок, ни его, ни его жены, мой. Так, хватит на сегодня нервов. Тебе надо поесть, а мне еще до дома добираться. Если хочешь, ты можешь переночевать у меня. Нет, я хочу ночевать в своей постели. Тем более ты меня все равно не слушаешь. Танюш, ну не обижайся. Если я тебя не слушаю, это не значит, что я тебе не доверяю. Это просто... Это просто. Лен, привет. Привет. Как поживаешь? Нормально, Семен. Я тоже нормально. Я очень рада. Позволь пройти. Да-да. Ты, я вижу, скоро станешь мамой. Семен Олегович, а у вас есть ко мне производственные вопросы? Да нет. Тогда простите, мне нужно идти на мое рабочее место. Доброе утро, Семен Олегович. Точно доброе, да. Доброе. Добрейшее. Хорошо мы вчера погуляли, правда? Отлично. Слушайте, вы не обращайте на нее внимания? Она сейчас со всеми так общается? Вернее, она ни с кем не общается. Кто таинственный папаша ребенка, мы не знаем. Так что, если ты вдруг хотел... Вы. На работе вы. Идет?
Ну, идет. Ксения, вызовите-ка мне, пожалуйста, Мигунову. Как? Пригласите ее. Проходите. Садитесь. Угу. Садись. Лена, давай отложим все дела и поговорим как цивилизованные люди. Выслушай меня, пожалуйста. Мы были вместе, так? Мы расстались, так? Ведь мы тогда решили, что надоели друг другу, правда? Мы решили, что у нас мало что получается вместе, и поэтому каждый должен пойти своей дорогой. И мы пошли. И несмотря на все это, я считаю, что мы все-таки должны и можем быть друзьями. Ведь мы работаем вместе, Лена. Больше нет. Что это? Заявление об уходе? Лена, если это из-за меня, то я... Господи, боже мой, хоть раз в жизни ты можешь предположить, что дело не в тебе? Подпиши. Да. Да. Это то, что нужно. И хоть я и не приветствую минимализм ради минимализма, но в данном случае мой дизайн полностью отражает характер заказчика, то есть твой. Хотел как лучше, а получилась полная ерунда. Тут всегда будет немного прохладно. Возможно, римские шторы, да, они как-то скрасят пространство. Но, к сожалению, тебе не нравится. Я же просто хотел прояснить отношения, а она... Потом не говори, что я не предупреждал. Ну не я же ее обрюхатил, а она ведет себя, как будто это я во всем виноват. Сем, ты меня вообще слышишь? Да, слышу. Мне нравится. Но я не хочу шторы, я не хочу, как у тебя. А чем тебе у меня не нравится? Да нет, ну у вас замечательный дом, но... Но у вас вечно что-то бьется, стучит, ломается, прыгает, хохочет. Ну да. Дети. Вот, а я не хочу детей. Я смотрю на вас и думаю, какое счастье, что я не женат. Не знаю. А мне нравится. Я привык. А я эгоист. Да, я эгоист. Я хочу жить для себя, и эта квартира для эгоиста. Слушай, а может быть, она все-таки не из-за меня уходит, а? А может, из-за отца ребенка? Скорее всего, там какая-нибудь драма. И, скорее всего, он работает у вас. А почему ты так решил? Ну, смотри. Есть такая штука, называется декретный отпуск. А Ленка почему-то не стала его оформлять. Так, а почему? А вот этого я не знаю. А что, если там все вообще не так? А как? Новая версия. Ее муж богатый человек, и он не хочет, чтобы его супруга работала. Нет, ведь этого не может быть. Почему? Ну, потому что я... У нее нет кольца на пальце. Люди на работе ничего не знают. И да, я проверял ее страницы в соцсетях. Никого у нее нет. Ну, ты даешь. А тебе не все равно, по большому счету. Ладно, старик. Через пару дней мебель привезут, можешь въезжать. А со шторами будет хорошо. Thank you.
Вот эти документы, пожалуйста. Возьмите. Семен, ты подписал заявление? Послушай, можно тебя на минутку? Сем, ну что еще? Послушай, я хочу задать тебе вопрос, только пойми меня правильно. У меня уже плохое предчувствие. Нет-нет, это все в рамках дружеских отношений. Ну, хорошо, слушаю. Кто отец ребенка? Ты рехнулся? Подожди. Ну, подожди. Лен, ты меня неправильно поняла. Я просто хотел сказать, что если тебе нужна помощь и поддержка, или отец ребенка повел себя как свинья, то мы... Ну, то что? Мы поможем. А он точно из компании, поэтому ты решила уйти, да? Это все, что тебя интересует? Нет, не только, но это важно. Кому важно, Сем? Мне важно. А вдруг он подонок или негодяй? А ты уходишь, не оформив декретный отпуск. А меж тем это гарантия будущего трудоустройства. Семен, ты бредишь? А, наверное, это такой способ выудить у меня информацию, да? Хорошо, для справки. Отец ребенка человек порядочный. Он не подонок. Ухожу я добровольно. Компания платит мне прекрасное выходное пособие. Все, допрос окончен. Ну и что начальство так поздно делает на работе? А такая красавица. Что? Интерьер понравился? Нет. Совсем нет. А что тебе вообще нравится? Я говорил, у меня друг заканчивает дизайн квартиры. И если тебе действительно интересно... Мне действительно очень интересно. Тогда в воскресенье? Хорошо. В воскресенье. Зоя Михайловна, заходите, открыто! О, это кто ж к нам пожаловал? Здравствуй, Таня. Здравствуй, Семен. Зачем пришел? Я пришел поговорить с Леной. О чем же? О том, как ты бросил мою сестру? Мы взрослые люди и сами решим, о чем нам говорить, а о чем нет. Лена! Или о том, что ты сделал это ради карьеры? Ты малодушный карьерист, и кто-то тебе должен был это сказать. Сказала? Прекрасно. А теперь дай мне поговорить с сестрой. Где Лена? Лена! Да если бы не ты, у нее бы жизнь по-другому сложилась, а теперь она ждет ребенка.
И твое присутствие здесь абсолютно неуместно. Угу. Я не видел тебя год. Говорю с тобой полминуты. Угу. Уже устал. Угу. Пожалуйста, дай мне поговорить с сестрой. Где Лена? Лена! Привет. А что тут происходит? Лена, я... Проходи. Елена, ты совершаешь ошибку. Перестань. Лена, я хотел тебе сказать... Ну, смелее, я слушаю. Я, видимо, в чем-то перед тобой виноват, но, видимо... Сем, ты ни в чем не виноват. Мы хорошо расстались. Давай, давай, прощай ему все. У каждого из нас своя жизнь, я понимаю это и уважаю. Манипуляция. И тем не менее, я предлагаю тебе дружбу. Угу. Будешь дурой, если согласишься. Я допускаю, что ты сразу же не начнешь мне доверять, но поверь, я желаю тебе только счастья. Люди, кончайте ругаться, у меня что-то не так. Может, я рожаю? Лена, воды нашли, воды, воды! Воды дать? Господи, я не знаю, тянет очень, что это? Рано же еще, рано. Да я знаю, что... Лена, я когда-нибудь тебе врал? Да. Нет. Послушай, без паники, Лена, мы едем в больницу. Мы скоро приедем, а ты глубоко дыши, делай все, что нужно в таких случаях. Это ясно? Молодец, девочка моя. Мама, молодец. Да ты хоть знаешь, как она сильно переживала, когда ты уехал? А я не понимаю, почему я должен все время всем и каждому разжевывать? По обоюдному согласию, ты это понимаешь? Я еще раз говорю, по обоюдному согласию. Это значит, что я и она и я, мы вместе решили, что мы расстанемся. Это понятно? Да ты хоть понимаешь, что она так сделала, потому что очень сильно хотела, чтобы ты поехал на эту свою учебу. Ну и как там за граница? Процветает. Карьерист. С вами все в порядке, молодой человек? Таким, как он, вообще никогда ничего не делается. В общем, молодые люди... Тревожиться не стоит. Все с вашей красавицей в порядке. Сейчас сестрички вернут вам ее целости и сохранности. Доктор, что это было? Это так называемые тренировочные схватки. А что это такое тренировочные схватки? Схватки Брэксона Хиггса. У некоторых женщин так организм готовится к настоящим родам. Сокращение мускулатуры концентрируется в одной зоне и дают такой эффект родовых схваток. Болевого синдрома обычно не бывает. Скорее всего, это соматический симптом. Доктор, если это повторится, что нам делать? Успокоительное попить. Главное, не паниковать. Никаких стрессов, никаких перегрузок. Ну, в общем, я пациентке все рассказал. Правильно дышать, расслабляться и гулять. Все, простите, мне нужно идти. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Угу. Вот все у тебя через одно место. Она права. Спасибо тебе, Сём. Да не за что. Может, пойдем погуляем? Ага, сейчас. Доктор прописал. Ладно, пойдем. Ленка, что ты делаешь? Ну, ничему жизнь не учит. Thank you.
Сёма, а почему тебе так важно со мной общаться? Это будет значить, что ты меня простила. А разве ты в чем-то виноват? Я не знаю, Лен, но такое ощущение, что виноват. Да. Все нормально. Скажи, а почему я должна перед тобой отчитываться? Я прошу тебя, не звони мне больше. Никогда. Это он? Отец ребенка? А угостишь меня мороженым, а? У меня просто ни сумки с собой, ни денег. Ну вот и я на что-то сгодился. Пойдем. Хочешь о нем говорить? Прости, я не хотел, я просто за тебя беспокоюсь. Это все тоже из-за чувства вины? Если так, то не надо. У меня все хорошо. Я был у тебя дома и не заметил там признаков пребывания мужчины. Потом, когда мы ехали в машине, ты не кричала сообщить Васе, Пете или Саше? Ну и что же это, по-вашему, значит, мистер Холмс? Это значит, что ты одинока, что тебе требуется помощь друга, а ты решила уволиться. Я не одна. У меня есть семья, которая мне помогает. И безумная сестрица, которая хочет контролировать каждый твой шаг. И мало ли чего она хочет. Ты же сам прекрасно знаешь, что от нее больше шума, чем... Реальная помощь. Нет, я не то хотела сказать. Она только кажется сердитой, а на самом деле она же переживает. Тоже. А пригласи меня. Куда? Пригласи меня на танец. Ну и что? Как там в пасти у льва? Тань, я не очень понимаю эти твои метафоры. Какая ж ты у меня доверчивая. Ну, знаешь, трудно быть в конфронтации с человеком, который вез тебя в роддом. Да, но схватки-то были ложные. Да, но они же были. И Сёма отвез нас. Лена! Возьми деньги вот у этого своего. Я не могу заботиться о тебе вечно. Господи, так не заботься. Ты что, не понимаешь, что твоя опека душит? Так, продолжай. Ай, ладно, проехали. Не-не, начала говорить, говори. Тань, родная, ну, не обижайся. Просто мне кажется, что ты переносишь на меня свои страдания. Угу, так? Да-да. Ну, это ведь от тебя муж ушел, а не от меня. Я вообще замуж не собираюсь. Угу. Это ты ему верила как божеству, а он тебя предал, когда ты ребенка потеряла. Я просто вообще другой человек. Да я вижу. Нет, ну, конечно, у меня есть претензии к моим мужчинам. Просто нет обид. Ну да. Нет, конечно, я не говорю, что у меня все хорошо. У меня все очень сложно. Но просто не так, как у тебя, ты понимаешь? Я это очень хорошо понимаю. Забота тебе моя не нужна, опыт тебе мой не нужен. Ладно. Кстати, твое будущее для меня как открытая книга. Я вижу его абсолютно явственно. Да ты у нас ясновидящая. Можешь зарабатывать этим на жизнь. Останешься одна с ребенком на руках. Знаешь, я не просила тебя делиться со мной своим видением.
без работы и четких перспектив на будущее. Прекрасно. Ой. Привет. Привет. А что ты тут делаешь? Так мы же с тобой на воскресенье договаривались. Ты прости. Забыл? Прости. Пойдем. Точно? Посмотришь мое скромное жилище. С удовольствием. Вау. Это очень круто. Я просто обожаю такие огромные окна. С ума сойти. Когда я сюда перееду, то действительно пойму, что чего-то достиг. Да тебе просто нужен дом. Как оказалось. Здравствуйте, Илья Борисович. Нет, не отвлекайте. Конечно. Городецкий завтра приедет. С ревизией. Это никакая не ревизия, друзья мои. Я к вам, можно сказать, с дружественным визитом. Во-первых, я хотел поздравить и приободрить вашего нового директора, а во-вторых, сообщить, что ваш магазин самый лучший в нашей сети. Ура! Ура! О, нам работа не страшна, был бы харч. Да, поздравляю, друзья мои. Спасибо. Поздравляю. Ну что, Семен, как обвыкаешься в новой должности? Обживаемся постепенно. Молодец. Ну, ты этих людей знаешь как никто. Тебе с ними новых высот достигать. Спасибо за доверие. Ну, о чем ты говоришь? Давай отдыхаем. Поздравляю. Дорогие друзья, позвольте мне предложить тост. Дело в том, что в нашем коллективе самые красивые, очаровательные... Ой, простите, секундочку. Что? Да. Семен Олегович, минуточку. Простите, Семен Олегович, можно вас? Понимаете, в чем как бы тут, в чем дело? Дело в том, что сегодня пришли три фуры с товаром. И, как вы понимаете, у нас выходной. Поговорите с ними. Да. Так вот, дорогие друзья, я продолжаю свой тост. Я предлагаю выпить... Да-да. Да, отлично. Договорились, машины могут въехать на территорию, а но разгружать их будем только завтра. Окей? Ну? Лен, ну посмотри на меня. Я тебе слово даю. Мне нужно идти. Послушай, Лен, я не могу без тебя, слышишь? Илья, мы уже все обсудили. Я просто не могу. Да, да. Пьешь? Почему бы и нет? Видел ее. Лену Мигунову? И меня с ней. Случайно? Конечно, случайно. Все в этой жизни случайно. Давай. За любовь. Знаешь, я когда Лену первый раз увидел, понял, что она
ни на кого не похожа. Такая хрупкая, сдержанная внутри. Ну и меня, конечно, повело. Влюбился. Так, как ни в кого не влюблялся. Не, бывал, конечно же, не изменял. А тут влюбились? По уши. Сразу в ресторан ее пригласил. Отказала. Потом еще много раз отказывала. Ну, я ж парень настойчивый. Звонил ей, подарки разные дарил. Давно ни за кем так не ухаживал. Но поверь, Лена того стоит. И что? Ничего. Она была потерянная грустная девочка, а я глубоко несчастный, глубоко женатый человек. Она говорила, почему грустит? Нет, конечно нет. Я ж тебе говорю, настоящая леди. Да, в такую можно влюбиться. Что я и сделал на свою голову. И что теперь? Теперь она беременна, я все еще женат. Ладно, поздно. Ты пьян? Нет. Плохо. Напейся. Зачем? Чтобы не помнить, о чем тебе рассказывал знаменитый Городецкий. Говорил с ней? Почему? Даш,
Ну, незачем так. Что? Незачем так убиваться? Не нужно жалеть, что у тебя был роман? Что ты вообще меня обманываешь? Из-за этого всего не надо расстраиваться, конечно. Что ты хочешь? Я с ней давно порвал. Ты это знаешь. Что тебе еще нужно? Ты знаешь, что мне нужно. Это невозможно. Да? Когда это для тебя было что-то невозможное? Если ты не разрешишь ситуацию, то я это сделаю сама. Да, ушла наша Мигунова. Она так и так бы ушла в декрет. Теперь придется искать нового начальника отдела рекламы. Ищите. Почему вы раньше не искали? Вы же понимали, что сотрудник рано или поздно уйдет в декрет. Ну, мы думали… Точнее, я полагал, что она скоро выйдет. А пока она с ребенком, мы поставим исполняющего обязанности… Ставьте! Ищите человека! Это ваш промах! А теперь еще и мой, поскольку я возглавляю этот магазин. Сём, и обязательно приходи к нам обедать, когда тебе надоест пытаться пиццы на заказ. Ты ведь отощаешь без нас. Или растолстею. Сём, если тебе понадобится теплый свет в гостиной, то у тебя там панелька есть и два рычажка. Ну, ты вот разберешься. Ребят, можно потише? Я себя не слышу уже. Ну, разберешься. Ну, вы сильно не переживайте, я мальчик взрослый, так что как-нибудь разберусь с самостоятельной жизнью. Спасибо вам. До встречи. Так, пока. Так, все, хватит. Толя, Жора, все, отдавайте мячи. Давайте. Жора, отдай. Все. А теперь вы с мамой. Ну, давай, нападай. Кто победит? Кто за меня? Я. Я тут подумала, может быть, ты захочешь отпраздновать? Мне действительно требуется компания. Моя дорогая сварливая сестра, здравствуй. Лен, ну прости мне, пожалуйста. Танюш, я не обижаюсь. Но ты же знаешь, что я всегда на твоей стороне. Ну ведь знаешь же. Знаешь? Ну, конечно, знаю. Сестричка моя, я тебя очень сильно люблю. И, если честно, не представляю свою жизнь без твоих командирских интонаций. Так что это? Это кто? А почему не в домофон звонят? Ты кого-то ждешь? Да нет, вроде не жду никого. Может, соседка? Она грозилась морковку с дачи привезти. Сначала обязательно спроси, кто. Все, моя хорошая, целую тебя. Пока.
Откройте, пожалуйста, я знаю, что вы дома. Вы знаете, кто я? Да. Вот, значит, где вы живете. Да, вот здесь и живу. А что-то не так? Чистенько, но бедненько. Простите, вы сейчас пытаетесь меня как-то задеть? Это значит, у нас гостиная. А другие комнаты имеются или у вас студия? Ах, спальня. Это здесь мой муж занимался с вами любовью? Послушайте, Даша, вы ведете себя... Как? Неприлично? Ну, наверное, приличнее, чем вы себя с Ильей. О, а вот это уже интересней. И что вас так заинтересовало здесь? Просто комната. Интересно, что именно в этой темной комнатенке вы планируете поселить ребенка моего мужа. Это мой ребенок. Ваш и моего мужа. Полная безвкусица. Возможно, только вас это совершенно не касается. Да, вы так думаете? Послушайте, я прошу у вас прощения. Я очень виновата перед вами. Я действительно была с вашим мужем. Это была минута слабости. Распущенности. Хорошо, называйте как хотите. Я в любом случае искренне раскаиваюсь. А вы хоть знаете, что я пережила? Нет. Он бывало изменял мне. Но это было так. Не всерьез. А потом откупался дорогими подарками. У меня большая коллекция часов с бриллиантами. А в вас он влюбился. Но я же не виновата в этом. А вы, значит, забеременели и решили оставить ребенка? Да. Поверьте, я совершенно не претендую на вашего мужа. Нет, ты не поняла. Это я претендую на твоего ребенка. Что случилось? Мне совершенно не с кем поговорить, а очень нужно посоветоваться. Да подожди, не реви. Не реви, я ничего не понимаю. Объясни толком. Я не могу позвонить Тане, она меня просто замучает своими наставлениями. Ты можешь приехать, а? Сейчас? Нет, если ты не можешь, я не настаиваю, просто... Да нет, конечно, я приеду. Скоро буду. Жан, тут такое дело. Мне надо срочно уйти. Сейчас? Да, сейчас. У друга проблемы. У друга? Да, у близкого друга. Ты, если не дождешь меня, захлопни, пожалуйста, дверь. Только не обижайся, я тебя прошу, это очень важно. Угу. Очень. Совершенно случайно вышла с Городецким. И очень недолго продолжалось. Ну, просто я так переживала, когда ты уехал. Я знаю, Ленка, я виноват, я знаю. Господи, да при чем тут ты-то? Она у меня ребенка хочет отнять. Что? Кто у тебя хочет ребенка отнять? Да.
Даша, которая жена Городецкого. И он. Она его подначивает. Это они тебе названивали постоянно? Да. Это мой ребенок. Мой ребенок. Ленка, ну, конечно, твой. Никто у тебя его не отнимает. Но они же богатые. А он отец. Он же имеет право на вот половину ребенка. Успокойся, не фантазируй. У тебя уже какой-то готический роман получается. Ну, а что, они наймут адвоката? Скажут, что я алкоголичка, опеку какую-нибудь натравят. Ну, а что, мало ли таких историй? Так, дружочек мой родной, в любом случае мы сейчас Ниагарский водопад этот прекращаем, да? Верим в будущее. Мы ведь верим в светлое будущее. Да. Давай вытрем носик. Вытираем нос, несмотря на то, что он опух и стал похож на большую картошку. Сёма, знаешь чего? Чего? Я хочу картошки. Фри. Вредной жареной картошки фри. Эвакуатор вызывали? Даш, ну что ты? Спасибо, что приехал. Ну, о чем ты говоришь? Мы же как ни крути, с тобой одна команда, да? Да. Все у нас будет хорошо. Мы еще сможем быть счастливыми. Мы будем. Только зря ты к Лене ездила. Девчонка ж ни в чем не виновата. Я один во всем виноват. Нет, я тебе очень благодарна. Неожиданно за что? Ты отец. Имеешь право на ребенка. Дашка, ну опять 25. А ты что думал, мой милый? Ты делаешь ребенка первой встречной девицей, в то время как я... Ну, я же не виноват, что ты бездетна. Даш. Все будет хорошо. Пора, наверное, расходиться. А то я чувствую себя виноватой. Это мне завтра никуда не надо. У тебя ответственная работа. Вот на ней я и выспусь. Ладно. Ладно. Жанна? Привет. Неожиданно было тебя здесь увидеть. Неожиданно, но приятно. Ну, конечно. Я просто решила согреть тебе постель. Тепло. Прошу. Ну как? Вот. Ой, как я мясо запекаю. А хочешь, я на ужин тебе телятину с черносливом сделаю? Жан, спасибо тебе большое, но я вечером хотел с ребятами в баре посидеть. Ну хорошо. Ну ты же собираешься когда-нибудь вернуться домой? Когда-нибудь собираюсь, да. Ну вот. Жан, я хочу тебе сказать, прояснить контуры наших отношений. Да. Мы с тобой провели вместе ночь. Одну просто замечательную ночь.
Да, возможно. Я сейчас не об этом. Это была наша первая ночь, и она не была ошибкой. И, возможно, мы ее повторим. Но у меня к тебе просьба. Даже две. Я слушаю. Давай не будем форсировать события. И давай на работе держаться в рамках делового кодекса. Жан. Ну, Жан. Жанночка, я не хотел тебя обидеть. Нет, не надо плакать. Пожалуйста, Жан. Нет, все хорошо, просто это я делаю, да, что-то не так. Я очень спешу, я навязчивая, да? Нет. Мне вот Ленка всегда говорила, что я туповат. Ну, соображаю хорошо, но медленно. Поэтому сейчас мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Все еще ее любишь, да? Нет, с чего ты взяла? Точно. Точно. Ну, в таком случае, мне мясо готовить? Ладно. Телятина так телятина. По ходу пьесы разберемся. Итак, дорогие мои, если вы уверены в поставленной цели, то... Нет. Да. То нас ждет впереди длинная и трудная дорога. Что мы должны сделать? Во-первых, пройти тест на отцовство. Илья Борисович, вы готовы к этому? Ну, а куда ж я денусь? А во-вторых... Мы будем использовать все возможные лазейки в нашей ювенальной системе. Их немало. И когда будет доказан факт вашего отцовства, я от вашего имени подам иск о совместной опеке. А можно ее вообще лишить родительских прав? А на каких, простите, основаниях? Она женщина безнравственная, спит с чужими мужьями. И, кажется, уволилась с работы. Да, милый? Даш, ну что ты творишь? Безработная проститутка. Можно так подать дело, м? Простите, Дальсана, но все это абстрактные предположения. У нас нет доказательств и оснований искать их. Она не сможет хорошо заботиться о ребенке. А вот его биологический отец... Давайте решим так. Сейчас мы будем ставить перед собой... простые и выполнимые задачи. Иск об опеке, он подразумевает участие отца в воспитании ребенка. А ведь мы же именно к этому с вами стремимся. Все понятно. Простите, Илья Борисович, вам не кажется, Дарья Александровна... Она несколько взволнована. Да нет, она просто несчастная женщина, которая никогда не родит детей. Все будет хорошо. Таня? Да, кто это? Это я, Семен. Привет. Привет. Ты не знаешь, случайно, где твоя сестра? Зачем она тебе? Ну, я тут почитал форму в интернете, пару юридических консультаций взял и выяснил, что в подобных ситуациях закон на стороне матери. Что ты имеешь в виду? Прости, я, наверное, зря это сказал. Ну, как практически все, что ты делаешь, и все же. Тань. Я знаю, что своей семьи у тебя нет, и поэтому по существу вся твоя жизнь – это Ленка. Меня ты не любишь, и Бог с тобой. Давай заключим. Перемирие. И расскажем друг другу то, что знаем. Меня интересует… Где Лена? А
что случилось? Эй, хозяйка! Собаки такой злой нету? Господи, Сёма! Ты меня так напугал, у меня чуть сердце не остановилось. Прости. Давай, помогу. Ты меня как нашел? Вообще-то Таня сказала. Да ладно. Она тебе. Ну, я умею проявлять настойчивость. И прости, пожалуйста, я случайно проговорился про коллизию с Городецкими. Ну и ладно. Может, оно даже к лучшему. Вообще, я и сам мог бы догадаться, где ты, зная, как ты любишь это место. Ну да. Здесь как будто до сих пор мама и папа живут. Просто вышли погулять к реке. Я здесь чувствую себя в безопасности. И эта сумасшедшая сюда не нагрянет. Очень вкусно. Ты же понимаешь, что проблема есть. И сама по себе она не решится. Я почитал на форуме темы о законности прав биологического отца и выяснил, что у ситуации может быть как отрицательный, так и положительный выход. Все зависит от точки зрения. В твоем случае ты безработная. Это минус. Слушай, я рассматриваю предложения. Их у меня, между прочим, немало. А что? Дистанционно, удаленно. Но ты можешь поступить проще, вернуться в подушку. Нет. И ты знаешь, почему. Я тебя защищу. Я сказала нет. Ты мне лучше скажи, как там твои дела с Жанночкой? Нормально. Все с вами понятно. Семен Олегович. Что тебе понятно? Что все уже было. Жанна ведь своего не упустит. Ревнуешь? Да вот еще. Ты просто ей всегда нравился, а теперь ты такой большой начальник. Давай не будем об этом говорить. Почему? Мы же говорим о Городецком. Да, но... Сёма! Лена! Сёма! Лен, что такое? Ой, ой! Лена, Лена, Лена! Ой! Лена! Лена, пожалуйста! Не надо! Не надо тут рожать! Ой, это как получится! Я ничего этого не умею! Я не знаю, как, что это вообще? Куда вести-то? Да я не знаю, в любую какую-нибудь больницу! Господи, до города малыш точно не утерпит. Хорошо, понял. Лена, откройте! Сейчас. Ой! Давай. Так, Миронова? Почти! Я Мигунова! Или так, у врача почерк неразборчивый. Платники? Конечно!
Так, а мне куда? Папаша, вам сюда, вы же совместные роды заказывали. Давайте, это ваша жена в коридоре родит. Он мне не муж! Какая баба своего мужика в этот момент не ругает? Один из них с тазовым предлежанием. Ты не Миронова, я! Лена! Ленка, ну не могла меня дождаться. Ну зачем ты на эту дачу поехала, а? Не ворчи, а познакомься лучше с племянницей. Слушайте, ну вы же не Миронова. А? Нет. Ай-яй-яй, граждане. Послушайте, это случайное недоразумение. Мироновы платно рожают через неделю, а вы что получается? Вместо них втиснулись, да? Но мы же не специально. Знаете, я, так сказать, готов все компенсировать. Сём, я тебе все верну. Буду с нетерпением ждать. Он что, прикинулся отцом ребенка? Кажется, я плохо помню, все очень быстро произошло. Он, по-моему, деньги пошел платить. Да если бы не он, я вообще не знаю, что бы я делала. Ну да. Раз в год и гиря в углу пригодится. У вас что, опять что ли вот это вот все вот? Ты чего? Мы просто друзья. Ты моя гад, разбудил. Я ж только заснул. Алло. Вить, повесь мне занавески, а? Или там гардины какие-нибудь, портьеры, или как там у вас называется? Кто ты и куда дел моего друга? Ты не понимаешь, я сегодня пришел домой, и такое ощущение, будто здесь 500 лет как люди не живут. А я предупреждал. Да я знаю. Случилось-то что? Я держал на руках ребенка. Какого ребенка? А, моих держал? Ленка родила сегодня маленькую, крохотную девочку. Красненькую. Пальчики, уши. Я... Таких никогда не видел. Как ракушки. Да, знакомое чувство. Это невероятно. Знаю. Вить, повесь мне занавески. Эти варианты мне тоже нравятся, они хорошие. Но я видела дизайнерский проект вашего дома, и мне кажется, что первый вариант, он самый лучший. Жан, прости меня, пожалуйста. Семен Олегович, я работаю. Хватит обслуживать Надя. Надя! Надя! Извините. Добрый день.
Так, вам какую показать? Прости меня. За что? За то, что не пришел. Куда? К себе домой, к тебе на ужин. Но у меня была уважительная причина. Да. Да я не обижаюсь. В конце концов, ты просто не пришел к себе домой, да? Давай попробуем еще раз. Что? Я еще раз приготовлю ужин, а ты не придешь? Нет. Мы снова затеем ужин, но на этот раз готовить буду я. Я тоже кое-что могу. М? Хорошо. Давай. Попробуем. Таня, что-то не так с ребенком, я чувствую. Что с ней? Она не спит. Ну, то есть спит по полчаса, а потом кричит. Как только отойду от нее, сразу кричит. Температура. Нормальная. У меня температура. Я не смогу приехать. Я же тебе говорила, надо в город возвращаться. Здесь воздух свежий. Животик. Как у нее с животиком? Я не знаю, она еще не научилась говорить это слово. Острячка. Таня, она не спит, и я с ней не сплю. Я просто умру. Приезжай, пожалуйста, дай мне поспать, а? Лен, ты слышишь, что у меня с голосом? У меня грипп. Слышу. Все хорошо. Такой серьезный всю последнюю неделю. Слишком много всего случилось за эти дни. Почти готов. Прекрасно. Тогда я сейчас вернусь. Спокойно. Спокойно. У тебя все получится, а? Не разбудил? Нет. Как вы там? Как первая неделя? Нормально. А что с голосом? Сём, я умираю. Лен, что случилось? Ну, сейчас она спит, а стоит мне ее положить, она сразу кричит. Я просто сейчас упаду, так спать хочу. Хочешь, я приеду? Все нормально. Точно? Да. Лен, ну ты, если что, звони. Да, Семен, обязательно. Сем, что? Сема, подожди. Я завтра позвоню Петровичу, попрошу, чтобы мне оформили за свой счет. А ты, пожалуйста, никому ничего не рассказывай. Договорились? Ну, подожди, пожалуйста, давай мы с тобой разберемся во всем спокойно, а? Жан, ну в чем нам разбираться? Я не знаю, хотя бы в том, что печься так о своей бывшей – это ненормально. Может быть, это и ненормально, но это так. Может быть, она не бывшая. Но мы же встречаемся. Да, я хотел пожить для себя весело, но мы бы с тобой все равно долго не встречались. Несмотря на твой прекрасный омлет, твою телятину и мое чувство вины.
Нам же было весело, да? Знаешь, о чем я сейчас думаю? Я молод, у меня все впереди. Но неужели я откажусь от прекрасной холостяцкой жизни и красивой свободной девушки ради уставшей женщины с чужим ребенком? И ты выбираешь ее. Я выбираю. А она меня вряд ли. Никаких гарантий на счастье никто не дает, поэтому будь что будет. Ты ее немного укачала. Настряк. А, все. Да нет, не здесь. Иди в спальню, ляг в кровать, надень пижаму, выспись нормально. Нет, я не дойду. Так. А где подгузники и все остальное? Я же не знаю, где это. Там. Скажи, тебя будить когда? Когда Маруську кормить будет пора? Что два? В 2 часа или через 2 часа? Ладно, малышка, будем импровизировать. Ленка, как же я тебя люблю. Я чем-то могу помочь? Мальчик, девочка. Простите, а вы кто? Я? Жена отца этого ребенка. Так мальчик или девочка? Девочка. И что? Здорово? Абсолютно. Еще какие-то вопросы? А вы-то кто? Допустим, я муж. Муж? Это что-то новенькое. Это крайне свежая информация. Мне нужна ее мать. Послушайте, Лене сейчас нельзя волноваться, она и так еле на ногах стоит. Поэтому, если вы приехали, чтобы... Можно я возьму ее на руки? Что? Пожалуйста. Берегите ее.
А ты что здесь? Вот так, Илья Борисович. Сюрприз, да? Так это ты? Да, это я. Это я тот идиот, который променял эту женщину на карьеру. Но сейчас у меня хватило мозгов сделать правильный выбор. Правда, Лена об этом еще не знает, но ничего. Будем импровизировать. Ребенка могу посмотреть? Девочка, 3 килограмма, 300 граммов, 51 сантиметр. Зовут Марусь. Красавица. Согласен. Счастливый ты. Береги ее. Ну что, поехали? Я знаю, что ты такое не любишь, но что делать? Придется постараться. Просто... Подожди. Не надо ничего говорить. Неужели я проспала целую ночь? Невероятно, правда? А теперь перейдем к невозможному. Ты выйдешь за меня замуж? И что, я сейчас должна согласиться? Как хочешь. Но если ты откажешь, а я продолжу и дальше укладывать Марусю, то в положенный срок она назовет меня папой. И как ей объяснить, что я тут делаю? Аргумент, да. И помни, если ты сейчас не скажешь «да», я буду и дальше повторять и повторять этот вопрос, поэтому в целях экономии времени и… Знаешь, когда ты волнуешься, ты становишься таким болтливым. Кто это проснулся? Кто это у нас такой Привет, красивый? Привет, моя сладость. Крошка.